Привет всем. Так, сейчас, секунду. Делаю распаковку сегодня. Распаковка у меня... Это клубника. Клубника у нас стоит... Ну, там, где я купила, 299 рублей. Так, это посуда. Волокордин и анаприлин 10 миллиграмм. Ну, что-то 300 с чем-то получилось, около 400 не взяла. Печенье. Очень люблю это печенье, просто обожаю. Яшкино с шоколадом. Во, просто. Люблю очень эти шоколадки, поэтому покупаю очень часто и много. Вообще люблю больше без начинки, голубая такая упаковка, но поскольку ее не было, я взяла то, что было. Вот такая одна стоит, по-моему, 14 рублей. И сыр. Сыр, сырный продукт Чинах Брасса. 171 рубль. Очень вкусный. Суховатый, без, не имеет сильного привкуса, такого какого-то козьего сыра или еще что-то. Очень вкусно. Я думаю, что с клубникой... Сыр, клубника будет очень вкусно. Ну и чтобы, может быть, вы поймете разницу какую-то, какая у вас цена клубники, да? Ну, если она на огороде, то это вообще практически бесплатно. Так что всем хороших выходных.